Давайте мы начнем нашу сессию. Вот рефлексивную, как мы ее назвали. Мы здесь, коллеги, работаем с пожилыми людьми. И не просто с пожилыми людьми, а с бывшими узниками нацизма. Вот. Несмотря на то, что вы все совершенно из разных организаций, вот, так или иначе, все здесь работают именно с этой целевой группой. Раз уж мы все согласны с тем, что наш, не знаю, не друг, но вредный такой гад ковид нас в этом году поставил в очень непонятное положение, и мы должны справиться с ним таким образом, чтобы его не бояться, как правильно здесь уже прозвучало, давайте мы сейчас вспомним, вернемся на несколько месяцев назад и вспомним вызовы, ситуации, сложности, перед которыми мы оказались. И составим такой, ну, знаете, такую группу вызовов, с которыми мы столкнулись. Врага же в лицо надо видеть, надо же его знать. Вот давай, Анжелика, какой у нас был самый главный вызов в нашей работе в 2020 году? Фух. Ну, наверное, если вернуться вот в самое начало, когда мы в марте приняли решение подать пример. На самом деле мы тогда еще тоже не очень ощущали опасность какую-то, но мы приняли решение подать пример и уйти в изоляцию. И, наверное, главный вызов был, а что делать? Уйти в изоляцию не проблема, но как бы сидеть дома спокойно не получится, потому что мы же понимаем, что есть еще наша огромная целевая группа, которая, ну, мы исчезли, и что они, что, вот. Значит, отсутствие стратегии, да, я так понимаю? Да, да. Есть грантополучатели, которые с нами связаны, которые, наверное, тоже ожидают от нас каких-то действий, а мы не очень понимаем, какие это могут быть действия. Так. Еще. У кого-нибудь вот были какие-нибудь там прям вот совсем? Начался ковид, масок в аптеках не было. И это был такой дефицит, что было антисептики, маски. И что мы сделали? Мы из ткани, какая у нас была, и закупили, мы пошили более 300 масок и по звонкам раздали, разнесли нашим участникам проекта. Пожалуйста, о способах мы будем говорить дальше, о способах преодоления. У нас прекратились прямые общения с людьми с пожилого возраста, и мы общались через одноклассники, через сеть. Так, значит, да? Что мы там нарушили? Ну да, через видеозвонки мы общались, но так как не было прямого контакта, это получается, ну, большая разница. Традиционные пути общения, они были недоступны. Но мы столкнулись с проблемой психологического характера. Мы начали поддерживать друг друга и узнавать информацию, передавать друг другу. Да? Психологический барьер, это был очень сложный. То, с чем столкнулись мы, например, мероприятия. Нам пришлось отменить целую кучу мероприятий. Не знаю, да. Как вам, но мы прям вот вообще... Да. У нас полетели все планы проектные, связанные вот с большим количеством людей. Когда мы решили уйти на изоляцию, варианты, вот как работать дистанционно, вот эти вот технические средства, как ими, простите, пользоваться, и пришлось всему этому учиться, ну то есть особенности и быстро учиться. Дистанционной работы, да? Или трудности? Как это написать? Работы? Трудности, наверное, да, дистанционно. Ну, новые форматы работы, именно вот дистанционные форматы работы. И в этой же связи я бы добавила, ну, наверное, у вас тоже такой вызов был. Просто, может быть, сейчас об этом не приходит в голову. У нас была проблема, это особенности вот нашей целевой группы, потому что дистанционные форматы мы-то освоили, а они... То есть если наши многие партнеры, многие организации легко перешли на вебинары со своими подопечными, с целевыми группами, на какие-то форматы общения через Zoom или какие-то еще программы, то для нас это оказалось практически недоступным форматом, потому что бывшие узники, во-первых, не умеют, во-вторых, у них техники нет для этого. Хочется еще добавить, на самом деле еще была одна проблема, и я считаю, что очень серьезно, фактически заставить целевую группу сидеть дома и не приходить к нам в офис. Да.
И это доходило до того, что ну, просто приходилось закрывать дверь, и мы официально писали письма в Фейсбуке, ВКонтакте, везде-везде о том, что, ребята, все, нас нет в офисе, не приходите. Ну, да. Это все связано с COVID. Да. А что говорится про сегодняшнюю ситуацию, которая сейчас? Да. У нас проблема хотя бы потому, что мы не можем полноценно работать в офисе. Да. Особенно там ближе к выходным мы просто вынуждены в обед покидать офис, потому что действительно начинается задержание. Да. И есть угроза не добраться домой. Но вот в регионах, наверное, такого нету. У вас нет такого? Есть, да. Есть такое тоже? Я каждый день ездила к сестре больной и, возвращаясь, проскакивали там целые остановки. А у нас также одна из проблем – это проблемы с интернетом. Это тоже достаточно такой серьезный вызов, когда ты вроде на работе или дома работаешь, и вдруг у тебя все, ты не без связи, ты без информации, ты практически ничего не можешь сделать, почту отправить не можешь, опять же, дистанционно зайти на сервер в офисе не можешь. Да, и весь ужас для нас в том, что, с одной стороны, мы как организация, которая, в общем-то, работает с бывшими узниками, уже много-много лет, да, это наша главная часть, работает с темой насилия, с темой разных режимов, да, и разных проявлений авторитарных режимов, там, господи, что там, насилие, Советский Союз, там, ГУЛАГи, да, вот это же все наше, это все коснулось нашей целевой группы. И на сегодняшний день мы понимаем, что и в рамках целевой группы есть разные позиции, мы не можем по-разному относиться к этим людям, мы обязаны быть к ним одинаково толерантными, независимо от того, какие убеждения у кого-то из нас, да. Мы обязаны учитывать то, что у них в семьях могут быть разные позиции и разные ситуации складываются из-за этого. К нам еще стало очень внимание больше со стороны органов власти к тому, что мы занимаемся с взаимодействием с международными организациями, донорами. И больше контроля вышестоящих организаций, да? Да. Да. Как вызов, наверное, можно назвать вот этот появившийся еще весной декрет, а новый декрет об иностранной безвозмездной помощи, который появился совершенно внезапно, с какими-то абсолютно непроработанными некоторыми позициями, в частности, об оплате за регистрацию безоговорочной, да, и о безоговорочном неосвобождении от налогов общехозяйственных расходов. Мы прекрасно понимаем, что это та часть расходов, без которых многие организации просто не могут существовать не могут все, но у кого-то это настолько критично, что вот если от налогов не освобождается, то людям либо ликвидироваться, либо платить из своих зарплат, что не всегда реально. Мне кажется, достаточно всяких проблем мы описали. Пока. Что нам теперь надо сделать? Значит, теперь нам хорошо... Сколько у нас их получилось? Ой, много. Теперь много, сейчас я посчитаю их по цифрам. Так, значит, сейчас мы делимся на 5 групп. Каждая группа получает несколько пунктов, несколько вызовов. И в течение 15 минут вы формулируете в группе, какие проблемы, значит, две группы, да, какие проблемы вот эти вызовы вызвали, например, отмена мероприятий, и что, отменили, дальше что, в чем проблема? Проблема в том, что зависают деньги, раз, целевая группа оказывается без какой-то, без радости, на которую она рассчитывала, да. В другой колонке, да, сделать набросок вот решений. У вас у всех есть опыт. У каждой организации этот опыт свой. То есть какие-то вопросы, какие-то проблемы вам удалось решить, какие-то, может быть, не совсем удалось или можно сделать лучше, а с чем-то вообще патовая ситуация не получилось ничего. И сейчас у нас есть хорошая возможность просто об этом поговорить, обменяться этим опытом, чтобы понимать в будущем, кому обращаться за советом, либо чьим опытом можно уже сразу воспользоваться.
были отменены все мероприятия. Все, что было задумано, запланировано, было отменено. Поздравления какие-то сборы. И это все пришлось перевести на уровень звонков, поздравлений в соцсетях, через какие-то смс-сообщения. То есть с этим ну, хуже и лучше справлялись таким образом. Вторая проблема, которую вот мы обсудили в условиях изоляции для нашей целевой группы, было очень тяжело перенести похороны близких или знакомых, потому что это происходило в закрытых гробах, не завозя людей в дома, не давая возможности попрощаться, ну, соблюсти какие-то традиции. На эту проблему надо было реагировать, ну, как мы реагировали в основном, тем, что объясняешь и говоришь, что не получается, значит, съездим, возможно, потом на кладбище, где-то, может быть, давайте позже сделаем, закажем какой-то молебен, просто посидим, поговорим об этом усопшем, расскажите что-то, вот вспомним его добрым словом, вот это вот, и будет наше немножко другое, но вот такое вот. Ритуал прощания. Очень большой проблемой было отсутствие визитов, потому что общение, хоть оно и есть по телефону или в соцсетях, но человек привык, что в среду к нему придет девочка, принесет именно там какой-то определенный его хлебушек, и когда этого не происходит, то это тоже, ну, сбивается ритм. Как вы выходили из этого? Волонтеры, волонтерским движением. Ну, я говорю именно о своем центре, вот о своей работе в условиях ковида. То есть ваши волонтеры продолжали работать? Да, волонтеры работали. Мы работали, во-первых, очень было через районные средства информации были разнесены телефоны, по которым вы можете позвонить. Работники ТЦСОНа работали на выходных на этом телефоне, мы дежурили, принимали заявки. И группа волонтеров, она немногочисленная, но она была и работала, и это здорово помогало. Ну и вот проблема, которая не очень мне ясна, в силу того, что я в провинции живу. Ну вот женщины говорят о том, что когда изоляция происходит на пятом и выше этаже, и нету возможности выйти, нету возможности, да. Ну здорово, если спасет от этого дача, но, увы, не у всех и не всегда. И если еще на этом в шестом-восьмом этаже присутствует собака, то это совсем тогда печально и грустно. Ну и как с этим бороться, я даже, ну вот кроме дачи не могу представить, что с этим можно делать. Информационные проблемы, значит, мы объединяли тут противоречия в информации, которые поступали по всей этой массе проблем. Мы их объединили вместе, потому что нехватка или неправильная информация, она и побуждает страхи. Значит, мы активизировали весь офис, всех работников проекта, всех активистов проекта, потому что очень многие волонтеры у нас образованные, опытные люди и так далее. И бросили их на поиски возможной правильной информации. Значит, мы собирали, что называется, с уст, первых уст, и сравнивали ее. Допустим, один говорил то, второй говорил то, откуда этот вирус пришел и так далее. В конце концов, что-то такое устоявшееся было. После этого создавалась памятка по данной теме. То есть, что это такое, откуда оно пришло, в чем оно проявляется, тот же COVID, и, значит, какие меры предосторожности и профилактики необходимо применять. И мы еще выяснили вот что, что наши подопечные одним достаточно раз в неделю пообщаться, и он как бы на своей волне смотрит телевизор, общается по телефону со своими подругами и так далее. А у этого болит сердце, и это сердце все, или там давление его все мучает все сильнее и сильнее. То есть мы, сам проект, волонтеры само собой и передают эту информацию в проект, мы мониторим, какая же группа наших подопечных требует дополнительного внимания. Психоз, переизбыток негативной информации. Это когда слушают по телевидению, передают, или как радио, вот это все, и у людей начинается психоз. Вот. Ну, мы ограничения в получении информации. И переводили их на позитив. Ну, не давали им слушать. Агрессия. Когда начинает человек агрессировать, и мы его приводим в новый форм деятельности.
Извините, что я прям сразу перебиваю. Можно. Много у вас вот в проекте людей, которые оказались, ну или в организации людей, которые проявляют агрессию в этой ситуации? Да, конечно. И как это они выражается? Они просто конфликтные? Да, они просто конфликтные. Ну, мы их, вот новых форм деятельности. Переключение деятельности – это иди в огороде покопайся, иди там цветы посади или сделай какую-нибудь поделку. Ну, то есть важно его чем-то занять. Да, 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 да. Страх, паника выхода в социум. Это тоже вот с этим столкнулись, что ой, я никуда не пойду, ой, нет, что, не дай бог я заболею, не дай бог я это сам. Мы выходили вместе. Мы ходили вместе, показывали, что вот надо соблюдать дистанцию, средства защиты, маска, перчатки. И всегда с собой носили спрей. Спрей. Вот. И так приучили ходить самостоятельно в магазин. У всех разная реальность. У вас малые города, у нас большой город. Вот, и у кого-то там, кто-то с молодыми, например, тоже работает, да, вкупе и с пожилыми, а кто-то только с пожилыми. Все это по-разному, и это, конечно, очень классно, что мы об этом поговорили.